Анонс и точно до выхода 155 серии турецкого сериала «Основание Осман». 155 серия сериала выйдет в эфир 3 апреля. Ранее в сериале мы увидели Османа, который скачет на лошадях вместе со своими людьми. Когда он встречается со своим врагом, то обращается с ним вежливо. Он приветствует мужчину и говорит ему, что оказался на землях, которые принадлежат туркменам. Ему интересно, кто же этот человек, на что Осман отвечает, что он является его палачом. Осман говорит обо всем спокойно, он не боится вступить в очередной бой. Он уверен в себе и своих людях. Осман со своими людьми вступает в сражение. Они находят свою основную цель – предателя, с которым они не намерены вести разговоры. Они намерены уничтожить того, кто предал их. Осман отрубает предателю голову, не жалея об этом ни на одно мгновение. Алаэддин подходит к нему с улыбкой на лице. Он говорит Осману, что они смогли одержать победу в этом сражении. Осман разговаривает с вражеским лидером. Он говорит, что сейчас все меняется. И пока эти люди занимались тем, что предавали его, он занимался тем, что возвращал наследие своего отца. Показали мальчика, который забегает в шатер, чтобы вывести оттуда забредшее животное. Но он оказывается в ловушке. Ударом по голове его оглушают. А после шатер с ним внутри поджигают. На пожар сбегаются люди и начинают тушить его. Балахатун взывает к воинам, которые остались вместе с ней. Женщина говорит, что они должны подняться и отправиться на помощь Османбею. Ее сын спешит отправиться вместе с ней, не желая оставлять ее одну. 155-я серия сериала выйдет в эфир 2 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.